Компания Mobotix на данной выставке представляет свою новую разработку – камеру с двумя сенсорами. Один из них предназначен для съемки днем, другой – ночью. В камере абсолютно нет подвижных частей и нет никаких переключений шторок. По уверению самой компании, данная камера позволяет снимать лучшее изображение, причем переключается она в автоматическом режиме. Также для этой камеры идет свой собственный бесплатный софт Mobotix, и она поддерживает протокол NVIDIA. Как и компания Dallmaya, компания Mobotix запрещает снимать эту камеру на своем стенде, поэтому, к сожалению, мы вынуждены снимать на фоне домофонов, где, судя по всему, используется схожий принцип работы.